Надеюсь, вам понравилась эта короткая нарезка сочного боя на борще. Просто шикарный танк. Как я рад, что провел на нем стрим. Невероятное впечатление от танка. Тот самый старый борщ, который имбовал в 13 году, когда ввели вафлю 10-ю. Введение в игру Вафентрагера 10 уровня было просто уникальнейшим прецедентом в нашей игре на тот момент. Абсолютно вся ветка получилась нереально охеренной на тот момент. 10-я вафелька, имба, 9-я, шикарный танк до сих пор, а какая она классная была тогда. Борщ 8 уровня, машина не слабее 10-го фли на своем уровне на тот момент. Как же он всех трахал из кустов, это просто ужас, тем более... Тот рандом предрасполагал к кустовой игре. И, соответственно, этот танк был создан тупо для кустов, и из-за этого на нем все так нагибали. У борща всегда было доступно два орудия на выбор. Первое — стоковое. Орудие, по сути, от Мауса, орудие, как у Скорпиона, G. Многие люди играли именно на этой пушке, и на тот момент, пожалуй, это орудие было более интересным для того рандома, который был в те времена. Второе орудие было пушкой от Е100. ТЦП ган, так сказать, как его прозвали игроки и стримеры с тех самых времен. Почему ДЦП? Ну потому что в большинстве случаев люди, которые играли с этой пушкой, играли очень хреново на борще. Не умели ничего. Стреляли фугасами, потому что раньше фугасы наносили нормально так урона. И просто сливались. А наоборот же, статисты играли именно с пушкой от Мауса, потому что пушка от Мауса подходила намного лучше для того рандома, чем орудие от Е100. А почему так, вы меня спросите, ведь сейчас же ты играешь на орудие от Е100. Ну, потому что тот рандом был более терпильным. Куча боев, где просто была ничья. Люди никуда не ехали, люди боялись куда-то вкатить из-за того, что арта ваншотит. И не было таких имбовых танков в игре, как сейчас. Не было перка интуиция, не было так много фугасов. В общем, все предрасполагало к тому, чтобы ты брал точное орудие, у которого охеренные подкалиберы, хорошие ББшки, и просто стоял в кустах и настреливал. А сейчас, наоборот, все дико изменилось, ровно в противоположную сторону. Встанешь в кусты на борще с орудием от Мауса? Не успеешь, потому что куда более адекватный стрелок от кусов, это премиум танки, Скорпион, Сушка 130-я, сейчас китайская ПТшка пожаловала. Борща не стоит рассматривать только с точки зрения крысы из кустов. Он прекрасно играется и плюс-минус в ближнем бою от спин союзников. Я не прошу вас танковать. Просто играйте чуть более агрессивно и при этом не отлетайте в ангар. Это орудие предрасполагает к тому, чтобы ты приезжал, например, на Энске и воевал с тяжами в лоб-лоб, потому что у тебя 750 урона. И нереальное пробитие кумулятивом. И от дистанции этот танк тоже неплохо играется. За счет маскировки, за счет подвижности с турбиной. За счет, ну, вменяемой точности. Она вменяемая, особенно если поставить прицел. Но минус есть в этой пушке огромный. Это скорость полета снаряда. Здесь снаряд летит еще более медленно, чем у Е100. А у Е100, я напомню, скорость полета снаряда 650 метров у кумулятива. Поэтому мужчины... с вертушечек на дальние расстояния и в принципе по возможности как можно меньше стреляем на упреждение, потому что попасть достаточно сложно было даже мне. Ну и на этом видос подошел к концу. Огромная просьба, чтобы вы встретили это видео лайками. Поставьте лайки, если вам понравилось. Мне саму что-то заходит записывать видео и не хочу в этом останавливаться. Я думаю, такого ностальгирующего и качественного контента не делает никто. Поэтому большущее спасибо, что потратили время. Всех обнял. Увидимся на стримах.